XX, с вами Билли Викс. Всем привет! Видео про шестую посылку из Америки. Вы все меня завалили комментариями с одной просьбой. Алиса, сними туториал на Кэти Нуар. Ну и тыры-пыры. Поэтому вот, исключительно для вас снимаю мейкап-туториал Кэти Нуар из Monster High. И, кстати, передаю привет каналу Monster High Channel Review за то, что она первая угадала, кому же был посвящен мой третий мейкап-туториал. Приветик! Какой из меня получится афроамериканец, я не знаю, поэтому мы сейчас попробуем. Вы не поверите, но сейчас я буду темнокожей. Для этого сначала наносим специальный белый крем на лицо, а потом уже накладываем основной черный цвет, чтобы получился равномерный тон. Йоу-йоу! Далее мы выделяем линию бровей и делаем контур кошачьего носика, а потом уже закрашиваем розовым карандашом. Желательно, конечно, все делать симметрично. Наносим темно-серебристые тени вокруг глаз. На верхнем веке добавляем светло-серебряные тени. Теперь рисуем стрелки черной подводкой. Далее подкрашиваем реснички черной тушью, чтобы взгляд у нас был выразительный. И, конечно, не забываем о нижних ресницах. Накладываем тени на губы, чтобы создать перламутр. А далее красим их малиновым тоном. А теперь все непрокрашенные участки на лице закрашиваем черным цветом. Далее одеваем парик. Готово! Волосы Кэти очень длинные, ярко-розовые, с несколькими бледно-розовыми прядями вокруг лица. Волосы у Кэти собраны сзади в высокий хвост, а передние пряди обрамляют лицо. Верх платья Кэти – это серебристый корсаж с рисунком в виде разбитого зеркала и цифра 13 из розовых блесток слева вверху. Юбка – это просто ярко-розовый взрыв. Она состоит из нескольких слоев. Сначала на стыке корсажа и юбки небольшая баска из серебристой сеточки. Затем три слоя одного кроя. Короткие спереди, переходящие в длинный шлейф сзади. Все они внизу разрезаны на полоски, так что похожи то ли на хвост экзотической птицы, то ли на языки пламени. Скорее всего, второе. На этом наше видео подходит к концу. Напишите в комментарии, какая из меня вышла афроамериканка. И я буду очень рада почитать ваши комментарии, как же вам мой урок по макияжу и на какого персонажа вы бы хотели следующий мейкап-туториал. Лично мне очень необычно смотреть на себя в зеркало и видеть там не привычную белокожую девчонку, а какое-то чернокожее чудище. Чудище. Напишите в комментарии, понравилось ли вам мое видео. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Находите меня в соцсетях ВКонтакте и Инстаграме. Если что, все ссылки всегда в описании под видео. Be cool and crazy. Пока!